Четверть века на страже экономической безопасности саратовские таможники отпраздновали 25-летие службы. С 1989 года они стоят на рубежах страны, контролируя грузы и посылки, переправляемые из других государств. Профессионализм и самоотверженную работу сотрудников ведомства по этому случаю отметило руководство службы и представители региональной власти. В Саратовской области до создания таможенного союза с Казахстаном работа ведомства была особенно востребована. Она контролировала транзит товаров из Средней Азии и Востока в центральноевропейскую часть России. После подписания соглашения таможенные посты перенесли с границы, а штат сотрудников был сокращен. На протяжении 25 лет ведомство, по словам руководства, постоянно модернизируется. В работу внедряются современные технологии. Рассматривается вопрос, сейчас будет проведен эксперимент по автоматическому выпуску декларации на экспорт. Без человеческого фактора. Это будет автоматизировано все. Не упрощаем технологии, не упрощая контроль. На сегодняшний момент среди 864 участников внешнеэкономической деятельности, которая оформляется в регионе деятельности Саратовской таможни, 10 попали в зеленый коридор. То есть к ним не применяются профили риска, только аналитические. Я думаю, будет продолжаться увеличение данного числа.